сміливим та чесним. У моїй пам'яті він назавжди залишиться хлопчиком із неймовірно добрими очима. Спи спокійно, Артеме. Ти вдома. Когда ему исполнилось 19 лет, он решил подписать контракт со сбройными силами 79-ю штурмовую бригаду. И вот с тех пор тренировался и служил 79-ке. На момент начала войны они уже были там. Ну и получается, вот с первого дня был там до последнего дня. Они ждали ротацию, должны были в конце месяца их привезти уже домой. И мы созванивались, он мне рассказывал, что уже все вещи, все, сумки собрали, ждем технику, чтобы вернуться. И вот началась война. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господу помолимся. В последние дни он мне сказал, что начал рассказывать более подробно, как они из окружения пару раз выходили, и что был ранен, но в больницу не лег, перебинтовался и дальше. 30 апреля вот пропал до последнего времени. Вот мы ждали, надеялись. Но оказалось, что они погибли в тот же день. На днях нам пришло ДНК. И по характеру он был очень добродушный среди сверстников, но в бою был настоящим бойцом. Артем за несколько лет занятий преуспел, обошел многих ребят, своих сверстников. Вот, выиграл несколько престижных турниров республиканских по боксу. И затем стал чемпионом Украины среди юниоров, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Ему оставался один шаг до выполнения норматива мастера спорта. Он всегда улыбался. Вот всегда, в каких бы ситуациях ни был, всегда улыбался, все хорошо. И, ну, вырос, я считаю, достойным сыном украинского народа, достойным сыном Украины, защитником. Виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Діброва Донецької області, загинув, захищаючи Україну, загинув героєм. Українці усміхнеться до